Приветствую вас всех, ребята, на своем канале. Меня зовут Рик, и мы продолжаем проходить метро Исход. Если вам понравится серия, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Так, мы находимся в каком-то здании, хрен поймешь, что за здание, что нам здесь делать. И мы нашли прибор ночного видения. Вот здесь мы нашли, вот здесь он лежал. Так, что там? Включить. Прибор ночного видения. Теперь мы можем без фонарика ходить и смотреть. Вот, смотрите сами. Ой, как круто. Так, и куда нам там идти? Непонятно. Здесь у нас кладбище какое-то. Здесь у нас люди жили. И эти звери. Люди поубивали или превратились, хрен поймешь. Так, а здесь что за подношение? Ну, мы забрали. Им-то уже не нужно, а мне, конечно, нужно. Нет, не-не-не. Нет. Вот это, оказывается, наше оружие. Так, а что это батарейка? Зарядка. Давай, заряжайся, заряжайся. Полностью заряжайся. Так, куда нам там идти? Где-то вот здесь рядом. Так, секунду, это не то оружие. Ну, я уже разобрал. Ладно, с этим оружием походим. А. Нет, не то оружие. Как плохо. Ладно. Так, где-то у нас здесь задание, да? Пока мы все видим. Мы находимся в депо. Сюда вниз, что ли? Так, закрыто. Где замок? С другой стороны. Как нам обойти? Вниз спускаться. Или... Вот здесь можно. Мы сейчас будем полчаса искать. Нифига. Так, что это у нас? Церковь Старая Водяного, обитель Силантия, орден электроборцов. Туда мы тоже не можем. Ладно, придется вниз, больше ничего не остается.
как страшно. И что у нас? Что-то, наверное, должны сделать. А здесь... Ого. И для чего? Может, не нужно было? Отвали от меня. Главное, чтобы не упало, не упало. О! Что такое? Да вы что, издеваетесь, что ли? Какого хрена? Давай, давай, Артём. Вылезай. Ну уже все, хана. Спасибо. Полца здесь, это хуже некуда. Этот сом здесь обитает. Так, здесь пройти мы не можем. Вообще правильно мы идем? Сообразил хоть. Ты стоял, смотрел. Ты что, здесь грелся, что ли? Ну, не говорите, что вниз надо. Отвали от меня. Сколько вас здесь? Сзади еще. Не камнями. Камнями кидают. Ключи.
руки отдайте мне. Не обязательно туда вниз ползти. Не знаю, рискнем. О. Так, сохраниться не забыть. Сюда не сходили. Значит, наверх. Пропустили. Значит, наверх вот там как-то. Отвалите от меня. А сколько у вас здесь? Косой. Да не то. И куда мне там? Вниз, что ли? Понятно, куда мне идти? Ну, не по трубам же, это точно. Ниже, что ли? А вот это нам... Это, наверное, вагон нам надо. Еще с этой рыбкой, наверное, развлекаться. Вот там что там меня пытается. Вот эти пухают. Растения. Так, у тебя что-нибудь есть полезного? Закинули меня хрен знает куда. Нет связи, нет связи. Теперь вниз мне туда надо. Норочек там, а вот здесь вот это нам нужно. Норочек. Как на металл идет. Точно, наверное, с рыбкой придется драться. Неспроста здесь ползаем.
из воды выходи, выходи. Артём, да что ты делаешь? Да... Как рыбка вас защищает, что ли? Сон. Все? Больше вас нет? Пошли дальше. Мне опять. Да сколько вас здесь? О, точно мне драться с ним надо будет. Быстрее наверх залезай, Артём. Не знаю зачем, но залезай. Просто так нас не выпустит отсюда. Рыбкам надо будет убивать. Так, главное, что патронов хотел. Куда? О, сколько вас здесь, ребята? Вы мне достали. Быстрее заряжайся. Патронов ни хрена не осталось. Куда иду, хрен поймешь, куда я иду. Ну и чего я сюда пришел? Для чего? Так, здесь закрыто. Надо проверить, может, уже не нужно. Пошли, пошли, пошли. Ого, он их кушает, сомик. Нихреновенько, почавкал. Так, сохранимся. Пока еще жив. Артём! Как? Патрончики дайте хоть мне. Две.
дверь открыли, чтобы вывести. Так, а как мне теперь вот этот? Так, зарядим. Это что у нас такое? О, может, это не нужно было? Зачем? Не надо мне рыбку вот эту. Зачем мне эта рыбка нужна? Что это вообще значит? Не то я сделал. Да. Или он не даст нам уйти? Так, используйте, что увеличить, бросить скорость, нажать, разворачивать судно. О, не-не. Уходим, уходим, уходим отсюда. Да, вообще хрен по... Не видно ничего. Ой, не-не-не. Не говорите, что ему. Ну, уже можно снять. Да точно. Я не загорал. Ну как, Маря, достал дрезину? Теперь тебе к лагономойке надо. Только ты уж там того, аккуратненько. Народец там нехти, прям скажу. Все как есть бандиты. Так что, если чего, то и как говорится. Ладно. Так, мы можем залезть? Так, куда нам ехать? По карте что нам?
Ого, куда нам ехать надо? Погнали. Надеюсь, впереди ничего не произойдет. Что такое? Вот это нехорошо, шаровая молния. Так, остановимся здесь. Поехали. А. Давай, давай, давай. Уезжай, уезжай. Уезжай, Артём. Выйти надо. Шаровая молния мне не нужна. Уходим, 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 уходим. Да. Да не, вы чего охренели? Я отсюда, что ли? Ну. Так, ребята, я тебе пропущу все. Наверное. Ладно, поедем отсюда вот туда. Будем ничего трогать. Только здесь ручку опустим. Здесь нас выпустит. Поехали.
Поехали мы. Ну что, ребята, ну, давайте на... Сейчас послушаем крест. Да, слышу, трахнет, родная. Ай, молодца. Теперь тебе к лугиномойке надо. Только ты уж там того, аккуратненько. Народец там не хти, прям скажу. Все как есть почти. Так что, если чего, то и как говорится. Ну что, ребята, давайте на этом серию закончим, уже поедем в депо за вагоном в следующей серии. С вами был Рик, всем пока.